Вполне возможно, это нормально. Вы, наверное, думаете, о какой правде я говорю? Почему я так говорю? Дело в том, что если вы будете заниматься йогой, как это принято в социуме, то вы получите результат, как это принято в социуме. Вот какой социум получает результат от йоги, так вы получите. Потому что у вас цель, она изначально немножко искажена. Представьте такую ситуацию. Человеку говорят, ты хочешь выйти из леса? Отлично, тогда тебе нужен специальный путеводитель. И в путеводителе тебе говорят полуправду. Как вы думаете, человек сможет выйти из леса на основании путеводителя полуправды? Наверное, нет, правильно? То есть ему нужно знать правду. Только зная правду, он может адекватно двигаться по какому-то пути. А получается, что современная йога, если она начинает преподаваться как физкультура, слушайте, ну это вообще, какой результат будет достигнут, как вы думаете? Какой результат будет достигнут, если йога будет как физкультура? Что может человек достичь? Ну, то, чего он хочет, он достигнет. Хочет сбросить килограмм, будет приходить на зарядку и сбросить килограмм. Но это будет зарядка, а не будет. Правильно вы говорите, но точно так же, как обычный фитнес, где тренажеры. Все то же самое, правильно? Но это есть такая поговорка, была, или она может быть есть, когда микроскопом гвозди забивают. Вот нужно гвоздь забить в доску, берут микроскоп, он тяжелый, чтобы упрочился, и, соответственно, начинают бить. Примерно такой же эффект. Это, ну, как из пушки по воробьям, иначе говорят, стрелять. Йога – это комплексная система, которая позволяет в первую очередь человеку подружиться с самим собой, найти свой собственный путь, а не те мотивации, которые человеку инсталлировались.